Еще один момент. Твой экспресс-анализ поединка Толи Токова и Эблина, уже ты про него сказал пару слов, и Вадим с Эблиным работал. Просмотрел я его поединки, с Мусаси в первую очередь, да? Ну, на самом деле, прям немного боязно стало. Конечно, Толи завтра на интервью я этого не скажу, но прям слабых мест практически нет. Очень сильно прогрессирует парень. Как его слабых, у Толи тоже нет слабых мест. Он и борется, и встает с борьбы, и защищается, и бьет. Поэтому тут как бы два универсала полноценных. Как побеждать? Ну, я думаю, Толя может попасть своей правой колотушкой, и все закончится. Ну, и Эблан также может попасть либо левой, либо правой, такой корявой своей. То мы посмотрим, достойные соперники. Настолько крута у него борьба, у Эблана? Хорошо борется очень. Ну, Толя тоже хорошо борется. Но я думаю, стойки у Толи будет преимущество над ним. Он не умеет так раздергивать, Толя его просто может задергать. То ли может и задергать, а может, как с Дарпиняном, пропустить ненужную дулю в самом начале. И вообще вот эта проблема, ну, Толи, она осталась, нет? Я надеюсь, что нет. Но это побой, можно сказать. Наработать можно тут что угодно. А нормально ли ты подведешься? Тут же много факторов. С Дарпиняном там, да, что-то как-то с боковыми. То ли от прямых хорошо уходит, а что-то боковые как-то залетали. Притом такие вообще непонятные какие-то. Ну, в этот раз все хорошо готовился. Думаю, должно быть все хорошо. Маленький еще момент. Вот у Эблина с его борцовской базой и так далее. Кстати говоря, к борьбе он не так часто и прибегает. У него он хорошо там стойки меняет. Да ладно, правый мидл. Нормально он там валял Мусаси. Мусаси, но не сразу. Опять же, он был уверен в своих руках в первые 10 минут боя. Да, да, он и там был уверен. Просто если получается бороться. Он еще отдавал ему шею. Да, как будто бы, ну, Мусаси все-таки не начинающий боец, в конце концов. Да? Он взял гильотину, просто не получилось сделать. Один раз там, в первом раунде получилось. У Толи гильотина на очень хорошем уровне. И он выигрывал тоже не раз гильотинами. Может вот, и задушить. Вот здесь, как удастся ли, вообще, есть ли план у Толи заманить Эблина вот в эту ситуацию? Ну, это у Толи спрашиваете, что я откуда знаю, что вы у меня. Сейчас разбор боя, как будет действовать Толя. Вы спрашиваете у Толи, я откуда знаю. Может быть. Я думаю, тоже ситуация. Будет голова где-то здесь, Толя сообразит, я думаю.